Выпускать касаток и белух из вольеров в бухте Средней сейчас нельзя. Это решение приморских ученых поддержали сахалинские экологи. По их мнению, эвакуировать морских животных можно будет не раньше апреля, когда температура воздуха повысится. Только тогда станет безопасно транспортировать их в пригодную среду обитания. Для белух это северная часть Тихого океана, а для касаток это любое место, где им хватит пропитания, например, юг Татарского пролива. Речь о возможности отпустить млекопитающих в приморскую акваторию не идет. Для них это может быть смертельно опасно. Перевозить и касаток, и белух, пока держатся минусовые температуры, небезопасно. То есть они могут получить очень серьезное обморожение, переохлаждение при перегрузке. Поэтому действительно необходимо как минимум дождаться того времени, когда температуры станут выше нуля.